Привет, друзья! Что сегодня солят звезды? Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овен. Сегодняшний день очень благоприятен для начала чего-то нового. Не бойтесь делиться своими планами с коллегами, они могут помочь вам дельным советом. Также вам удастся заинтересовать свое руководство своими свежими идеями. Телец. Сегодня вам в голову придет очень спонтанная и на первый взгляд очень бредовая идея. Но на удивление она найдет поддержку в окружающих. В результате вы сможете начать новое и интересное дело, которое в будущем принесет вам хорошую прибыль. Близнецы. Начало этого дня для близнецов будет сложным. Вы очень остро реагируете на все происходящее. Вам сложно воспринимать критику и мириться с тем, что вы можете быть неправы. Но ведь никто не собирается унижать вас, наоборот, окружающие просто хотят вам помочь. Рак. Сегодня вас ждет сложный день. День, когда придется столкнуться с проблемами и сложными задачами. Потребуется ваша фантазия и нетривиальный подход. Только если вы попытаетесь решить простую задачу непростым способом, вас ждет желаемый результат. Лев. Сегодня звезды сулят вам мелкие конфликты на работе. И все из-за недопонимания и нежелания слушать. А ведь если вы с уважением будете относиться к своим коллегам, тогда и решать все будет проще. Дева. Сегодня девам удастся поразить окружающих своими знаниями и нестандартным подходом к решению сложных задач. Своими идеями вам удастся спасти важный проект, и тем самым вам будут благодарны все в компании. Весы. День пассивный, тяжелый, возможны вялость, обострение хронических заболеваний. В партнерстве возможны сложности из-за ревности и несбывшихся надежд. Будьте осторожны в словах и поступках. Вашего внимания потребуют родственники, возможно, заболевание. Не забывайте и о собственном здоровье. Скорпион. Сегодня все будет идти по намеченному вами плану. Никаких форс-мажоров, никаких эксцессов. Все будет идти как по маслу. И, соответственно, настроение у вас будет очень хорошим. Не упустите шанс осуществить мечту вашего близкого человека. Сегодня вам все под силу. Стрелец. Сегодня вас ждет очень сложный и опасный во всех смыслах день. День, когда вам будет очень сложно найти общий язык даже с самыми близкими. Вы вспомните все свои обиды, и вам захочется побольнее уколоть собеседника. Все это повлечет ненужные ссоры. Постарайтесь успокоиться и прийти в себя. Козерог. Сегодня вас ждет очень насыщенный день. Вы будете полностью загружены делами. В конце года нужно обязательно закончить все дела, и вы успешно справитесь с этим заданием. Вечером обязательно отдохните и проведите его в кругу близких. Водолей. Водолеи целый день будут как в розовом тумане. А все потому, что они окутаны романтикой. Не бойтесь сегодня поиграть с неприятелями, удача на вашей стороне. День у водолеев пройдет в ожидании завтра, но может вы просто не хотите видеть то хорошее, что происходит сегодня. Рыбы. Сегодня вы будете очень рассеяны и сложно будет сосредоточиться на работе, но берите себя в руки, иначе вас ждет непростой разговор с руководством, а оно вам надо, да еще и накануне праздников. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.